Бендит? Бендит, брат. Можно к вам? Конечно, можно. Вот проезжая мимо, заехал помолиться, попить чаю. Ну, это, знаете как, морально поддерживает наш боевой дух. Ну, очень приятно. Как дома побывал. А раньше не знал, да? Знал, вообще не спал спокойно, да? В канун праздника, нашего национального праздника ЗУЛ, мы привезли нашу, ну, нашу калмыцкую юрту для того, чтобы наши земляки приезжали к нам сюда, заходили, попили чай, помолились у нашего алтаря и почувствовали вот эту частичку дома, что ли, как бы подбодрить их, поддержать. Какое? Ты уже долматом показывал? А что за видео?